Здорово тебе, мой дорогой друг. Сегодня мы с тобой сделаем из вот этой вот штуки, из клея ПВА, обыкновенного, самый простой, самый дешевый, и соли, обычной соли, пластик. Попробуем. Какой объем, конечно, получится, я пока не знаю. Все будет зависеть от того, сколько выпадет в осадок, но тем не менее. Еще раз повторяю, ничего сложного. Соль, клей ПВА и горячая вода, чтобы сделать насыщенный солевой раствор сейчас из этой соли. Итак, у меня достаточно прям горячая вода. Нагрела в микроволновке, но я думаю, это градусов, наверное, 60-65. Не буду пользоваться ложкой мерной. Насыпали где-то примерно столовую ложку и давайте размешаем. Все это нужно делать, естественно, до того момента, соль, когда перестанет растворяться и будет выпадать в осадок, значит, это будет насыщенный солевой раствор. Вот такой нам и нужен. Вернемся, когда сделаем. Насыщенный солевой раствор готов. Вот кристалли соли, кристаллики соли внизу выпали в осадок и уже дальше не растворяются ни под каким предлогом. Вода все еще горячая. Вот такое вот. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно налить клей в емкость. Клей у меня со сроком нормальной годности. Так что все хорошо. Сделаем примерно так. А далее все максимально просто. Нам нужно потихонечку начать наливать солевой раствор непосредственно в емкость с клеем. Да, ПВА же у нас расшифровывается как поливинилацетат. Соответственно, с помощью солевого раствора мы разделим клей на жидкость, то есть воду, и непосредственно сам поливинилацетат. Приступим. Ну, еще нужна будет какая-нибудь мешалочка. Вот у меня в данном случае будет ручечка от маленькой ложечки. Наливаем потихонечку. Он сразу начинает как-то комковаться. Ну и тут нужно просто вот нехитрым способом, грубо говоря, сделать сепарацию. Он становится очень творожистым, похож на творог в сыворотке. И, естественно, нам нужно просто отделить, а затем отжать через тапочку. Такая вот творожистая масса получилась. Ну, как правильно сказал, что выглядит как сыворотка, в которой плавает творог. Вот непосредственно этот творог нам нужно вынуть и убрать из него жидкость. Итак, сделаем это при помощи вот такого вот нехитрого фильтра материя и лоскут ткани. Начинаем сливать. Ай, переборщил. Ну ничего, опыт есть опыт. Соответственно, нам нужно выгнать всю воду. Оставим на полчаса. Попробуем отжать, чтобы долго, так сказать, не растягивать. Практически производство творога. Правда, химического. Тут на самом деле надо не переборщить, иначе можно уже начать выдавливать сам материал, который нам нужен. На самом деле, из всей той массы, что я наливал клея, у меня получился вот такой вот совсем небольшой кусочек внутри. Он уже не продавливается через ткань, он уже не выгоняется ничем. Соответственно, это же такая плотная творожистая масса. Ну, условно плотная, она все равно еще мягкая, но творожистая. Вот такой вот. Все это все равно дальше нужно отжимать. Это непосредственно у нас поливинилацетат. Я сейчас его вытащу, выложу, чтобы он немного начал подсыхать, и тогда его можно будет уже заформовать. Пока что-то получилась вот такая вот неоднородная масса. Она реально очень сильно похожа на творог, но очень быстро, я так понимаю, теряет влагу, потому что становится упругая.
Такая вот. Сейчас дадим еще подсохнуть, посмотрим, что будет дальше, потому что можно было формировать, потому что пока что это творожок. Итак, у нас прошел около часа, наверное, где-то по времени. Я максимально как смог отжал вот эту вот массу. Жидкости в нем уже, ну, скорее всего, практически нет. Это вот действительно похож на кусок творога, такая штука. Или, знаете, как на какой-то полузасохший кусок акрилового герметика. Не могу сказать, что из этого что-то может получиться. Опять же, повторю, что я нашел этот рецепт в интернете. Ну, либо я сделал что-то неправильно, либо изначально был рецепт так себе, либо еще есть вариант, что у меня так себе клей ПВА. Ну, непонятно. Безусловно, он застынет. Это 100%. О, как бы там через сутки он будет деревянный, но, блин, это же неоднородная масса, она абсолютно не перемешивается, ее невозможно перемешать, она, я не знаю, может быть, конечно, максимально нужно размять, так что-то такое, ну, такое себе, вообще не скрепляется, так что опыт так себе.